За 50 лет своего существования средняя общеобразовательная школа в Горках Десятых выпустила более 2000 выпускников. Многие из них поступают в ведущие вузы страны – МГУ, МГИМО, РУДН. А самые преданные школе ученики после окончания учебы возвращаются сюда преподавать. Все яркие выпускники теперь работают у нас учителями. И они пришли в нашу школу и продолжают работать. И когда приходят по каким-либо вопросам ко мне, всегда говорят, вот этот учитель меня еще учил, а вот этот учитель учил моих детей, а теперь я их учу внуков. Поэтому вот все яркие работают как раз у нас. Преподаватели свято чтут добрые традиции, которые устанавливались в школе на протяжении многих лет. Ученики с удовольствием участвуют в различных мероприятиях в селе Успенском. Вместе отмечают 1 сентября, День Победы, День Поселения и Новый год. Ко всему относятся с большой ответственностью. Не стал исключением и юбилей любимой школы. К любому празднику готовиться долго. Тем более у нас такая сегодня знаменательная круглая дата – 50 лет. Поэтому с прошлого года школа готовится к празднованию юбилея. Был создан комитет по празднованию. Ребята находили своих ветеранов, налаживали контакты, ходили в гости, раздавали пригласительные. Мы готовили газеты, вы их посмотрите. Ребята очень волнуются. У нас большой красивый концерт. Должно быть много гостей. Ну, так что мы серьезно готовились к этому празднику. Семейная и дружная атмосфера наполнила актовый зал, в котором к началу праздничного концерта не было места. Настоящий аншлаг. Учителя, первоклашки, выпускники, родители и, конечно же, ветераны школы. Все пришли на юбилей. С приветственным словом выступил и глава сельского поселения Успенское. Наши выпускники – это будущие руководители. И когда мы с вами будем на пенсии, они будут принимать законы для нашей жизни. Поэтому ответственность педагогов очень высока. И я хочу сказать, Жан Валерьевич, что коллектив педагогов и работников школы Горки 10, он очень ответственен. Это сплоченная команда, которой по плечу абсолютно любые задачи. Главным символом юбилейного концерта стала свеча, точнее свечи, ровно 10 штук. Они олицетворяли веру, дружбу, юность, знания, детство, мудрость, память, любовь, надежду и саму школу. Ученики также присоединились к поздравлениям. Всего хорошего, процветания. Долгих лет существования, и чтобы она процветала, как и наш поселок. Ну, чтобы учились все хорошо, и, ну, чтобы она долго стояла. Самым трогательным моментом, конечно, стало выступление первоклассников. Они с трепетом прочитали стихи, посвященные своему второму дому. Я не знаю школы лучше, ей уже немало лет. Объясняет, всему учит и на все дает ответ. Владимир Горяев пожелал школе процветать еще очень много лет, а ученикам достигать новых успехов и высоких вершин. Дарья Сутягина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».